Кунгурские женщины самые вспыльчивые. Такой вывод можно сделать по числу совершенных ими бытовых преступлений. Довольно часто в ходе ссор девушки хватаются за нож и наносят своим сожителям и мужьям ножевые ранения. Новый случай произошел на днях недалеко от железнодорожного вокзала. В ходе ссоры женщина нанесла тяжкий вред здоровью своему знакомому. Благо, мужчина остался жив. Еще одна жительница Кунгура отличилась на днях, но уже не таким тяжким преступлением. Она была задержана стражами порядка с психотропными веществами наркотического происхождения в значительном размере. Запрещенное вещество было обнаружено в ходе личного досмотра ее вещей. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.